Так, здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр крутого реплея на среднем китайском танке 10 левела 121. Вот, красивый бой нас ждет, естественно, много урона. Ребята, забаривайте чаек, кофеек, берите плюшки, ватрушки, печенюшки. Отправляемся в чудесный мир, мир танков, он же World of Tanks. Будем сегодня смотреть, а как надо с первым, чтобы сделать столько урона, сколько будет в этом бою. У нас обычный случайный бой, едем мы налево. Интересно, вроде как по направлению гору рашить он не собирается. Смотрит на своих союзников, что происходит. Ага, сразу за... А, арты нет. Сразу заходит на отстрел. Слушайте, они даже не поехали на гору. Хотя там может правда 65-я забраться. Она вот как раз в позиции заезда с центра. Тяжиков тут предостаточно. Так, конвагну башку пробили. В жопу ему гранату забросили. Тут еще пытается один товарищ заехать. Все, не заедет. Подъехал наш со слоями, вы арестованы. Хорошо стоят, ой, хорошо. Да, топки пробьем. Соточку-то жирненькую. Как-то сводиться надо получше, родной. Хотя кого я учу, стреляют так же сам. Так, НЛДшечку видно. Ну, не-не. Было видно, что и не зайдет снаряд на самом деле. Все. Кран наигрался. Заехал. Хорошо. Рикошет, надо же, попал. Прям на ходу. Ух ты. Какие тут красивые на стерву. Все, побежал. Эх, ты труп закрыл. Есть тыка. Хорошо. Делать здесь, наверное, больше нечего. Надо уходить на центр. И, кстати, какой центр? У нас база звенит, ребята. У нас на правый фланг никто не поехал. Я же даже внимания не обратил. Ай-яй-яй-яй-яй, как все плохо-то, а? Да. Вот это раскатка. 2-4, кстати, проигрываем. Пока у нас 2К на стрела. Но все прям очень плохо. Ой-ой-ой-ой-ой, тут и дед уже приехал. Очень все плохо. Деда немножко отжахали наши на бабахе. А вот и ебар. Так, дедушку пылесосят наших с балкончика. Это хорошо. Фошек нарисовался. Не сотрешь. На тебе, фошек в борт. Фошек за бугорочек.
Хорошо. Ебр наглый, это просто, кстати, что делать? Ну, наглый, тупой, в кавычках. Так, дедуля приехал с нами драться. Дед, ну ты даешь. Ну, счет между тем все равно 5-10 уже, двукратное преимущество врагов. Можно, можно стрелять еще. Давай. Да, отсветился засранец. Ребят, ну все, 6-11 счет. 5к мы настреляли. Как вы думаете, до конца боя при таком раскладе ХП в 3 раза летим? По количеству стволов в 2 раза летим. Сколько еще успеет 121 дать урона в этом бою? Все намекает о том, что бой будет, скажем так, честно, короткий. На тебя, родной, на бабахач. Ты гля, мы даже не засветились. Шикарно. Промазали. Блин, столько дамага данный игрок уже упустил в этом бою. Хорошо, бабах. Отлетает. Очень знатно. На тебе на фаше. Господи, сколько там мяса. Охереть. Все. Вангарец. Есть. Ребята, 8,5к дамага. Все, мы остались одни против 7 танков. Еще есть пробитие. Ну, уже тут опасно. Но, блин, обидно вообще, конечно. Столько дамага, могли-то еще побольше настрелять. Но я-то точно знаю, что мы достреляем. Больше. Вопрос как? Принято решение отходить от базы и встречать врагов на отходе. Здрасте. Все. Хорошо. 9300. Ребят, будем считать. Картон приехал. Шо. От борта его можно попылесосить. ХП у него много. Ой, хорошо. Это он грамотно выехал-то. На ПВПшечке-то. Бить в ямку. Девятьсот ХП, ребят. Против еще 6 врагов. Хорошо. Ой, хорошо зашло. Вот сейчас очень хорошо зашло. Прям везучка-везучка. Эх. Котик нам дали. И мы, да. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Все, в яму загнали волка. Все, летит, летит уже. Добивать. Все, добило. 12к, ребят. Хлопаем в ладоши. Всем спасибо. Всем пока-пока. Товарищи танкисты,
Все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет. Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.